Всем привет. Я тут быстренько так заснять, потому что сейчас вот пятница, у нас уже темнеет. Под конец рабочего дня привезли две машинки. Спринтер и крафтер. Сейчас его покажу. Так, чуть-чуть. Его можно и комплектом купить. Он за него просит 2,5. 2500. И можно и на разборку его купить. 2300. Когда на разборку, катализатор не дается. Ну, он тут весь чуть-чуть покоцанный, поцарапанный. Тут сильно поцарапанный. Так, давайте про него посмотрим. Это у нас крафтер 8-го года. Так, что-то не очень фиксирует. 2,5. 200 тысяч пробега. 206 тысяч пробега. Но это был этот. Почту возил. Дверки ржавые. Тут тоже ржавые. Показываю, как есть, чтобы потом меньше вопросов было, потому что уже пятница, завтра я уже не подойду, только в понедельник. Если кому-то интересно, все только в понедельник будет еще, дальше ясно. Так, ну этот бок красивенький. Так, что мы еще не обошли, что не посмотрели. Ну вот здесь бампер, крыло ударено, треснуто. Блин, темнеет как быстро. Капот тоже примят вот здесь. Сидушки. Блин, темно, ребята, темно. Ну, как есть. Потому что я боюсь, что перекупы, если придут. Может, он и не нужен, конечно, никому. Может, просто так вот снимаю сейчас видео. Но я с этим перекупом тут воюю постоянно за эти машины. Все, машина едет, заводится. Все, много показывать сейчас тут нечего. Если кому интересно, со мной созвонитесь уже в понедельник с самого утра, желательно в 9 по голландскому времени. Там уже, наверное, пробьете, когда голландское время. Так, бежим к этому спринтеру. Тут, так, машинку закрыть надо. Я закрыл или открыл? О, теперь закрыл. Высокий собака. Ладненько, спринтер. Спринтером чуть по... Как говорится, похуже история. Это только разборка. Сейчас я вам покажу. Клиент с этого спринтера еще и движок забирает, который привез нам. Потому что он там как, где-то какой-то движок купил, надо ему другой вернуть. Ну, короче, не знаю, это вся история. Короче, двигатель с него будет сниматься, и клиент его забирает, этот движок. Машина только на разборку. На разборку он стоит 1000 евро. Но только разборка, без движка. Движок не получается. Но тоже все покоцано. Тоже какой-то, наверное, перевозчик был. Не знаю, она открыта-закрыта. Сейчас посмотрим. Закрыто. Жалко. Так, тут на стекле стоит шестерочка. Блин, почему я ключ не взял, не знаю. У меня беда с этими ключами всегда. Но одним словом. Это та же история, кому интересно, в 9 утра я здесь, в понедельник. Потому что полдевятого я всегда иду в страховой гараж эти машинки снимать. Там чаще всего я бываю 20 минут, и потом уже на шрот обратно бегу. Уже можете мне звонить. Сразу повторюсь, звоните. Потому что много смс-ок я не читаю, сообщений, то бишь. Ну, конечно, выходные не надо там мне названивать. Я тоже человек, тоже отдыхаю. Завтра, кстати, на рыбалочку иду. С утречка. Так, давайте еще посмотрим, что приехало к нам. Буквально пару машин сегодня, как-то мало приехало, я не знаю. Вот Кадик приехал на разборочку. Стулья со мной уже соединились. Где-то недалеко тоже русскоговорящий парнишка. Я выставил в группу машину. Он мне позвонил, он уже за стульями в понедельник приезжает. Я тут в бандах. Эх, не тут мандах, мут мандах. Так, дальше посмотрим. Я не помню, что там еще что-то привезли. Привезли сегодня. Сегодня как-то странно, мало. Хотя нормально, тоже 4-5 машин. Вот. Япошку привезли какую-то. Ну, это тоже разборка, я думаю. Да, только там ударено. Ладно,
Во, ребят, ладно, уже темнеет. Кстати, вот эту Рено, все там много кто писал, а, дорого-дорого, ее купили. Вот, причем не в этот же день, а на следующий день ее купили. Так что, это на Голландию, тут по голландской цене другие. И маленькие машинки, бензинчики нравятся. Особенно такие красивенькие. Ладно, ребят, переходите в группу. Также Facebook группа, все в описании есть. Также я уже TikTok завел, всякую ерунду выставляю, можете перейти, тоже ссылочка есть. Жду от вас лайки, если вам нравится такая тема. Также делайте репосты, зовите друзей и комментируйте обязательно, советуйте. Будем искать новые гаражи, еще что-нибудь. Может что-то знать, какой-то интересный гараж туда съездить, поснимать для всех. Тоже скидывайте мне ссылку. Все, спасибо и до следующего видео. Всем пока.